Всем привет! Смотрите, что нашел. Езжу, ищу урочище здесь старое. Здесь была, должна была быть дорога, но дороги нету. А нашел домик. Сейчас поднимемся, посмотрим. Ищу урочище. Там поищем, металлокопом позанимаемся. Пойдемте посмотрим, что там в домике. Ну, охотничий домик, наверное, это. Там кормушки стоят. Не знал, что здесь есть. Надеюсь, никого там нету. Вон там кормушечки. Ну и здесь поле. Такое садят, видимо, специальную рожь или что-нибудь. Ну там, я не знаю, что кушают. Козлики. Место тихое, спокойное, красота. Вот здесь бы землянку построить где-нибудь. Блин, не знаю, придумать транспортом добираться. Или фиг с ним сделать, потом уже само решится, да, с транспортом. Там мешки зерна, наверное, хранится в них. Не будем там шлазить. Залезем по лестнице, посмотрим. О, высоко, капец. О, высоты боюсь. Вон, полезли. Опа. Потихоньку. Сейчас кто-нибудь... Хозяева придут. Вломят меня. Лепота. Опа. Опа. Не знаю, надежно лесенка нет. С этого страховаста. Опа. Живонка высоко. Опа. Тут, наверное, второй, два этажа где-то высотой, двухэтажный домик. Опа. Шатается что-то. О, стульчик, кресло, здесь лежанка, кошечки. Ну, вполне хорошая избушка. Кошечки все открываются со всех сторон. Здесь утеплителем немного дышепшито. Но здесь теплее, чем на улице. Класс. Возьмем на заметку. Может, как-нибудь сюда. Не буду я здесь видео снимать. С высоты высоко. Боюсь высоты. Сам тоже, может, как-нибудь построю домик. Козлик кричит. Но не так высоко. Ладно, поеду дальше, наверное, сейчас искать урочище. Или уже, или завтра.
километров 20 уже проехал. По лесам, по полям. И все, дороги нету дальше. Уже темнеет, ветер. Еще обратно надо успеть добраться до темноты. Солнце садится. Так вот, показал вам домик. Тут какие-то надписи. Тут Жора вылетит. Сейчас вылетит. Во-во. Кто знает, напишите. Там 12 номер. Может, 12-я база. Может, другое что-то обозначение. Что интересного есть у них. Такие досочки. Вот так вот. Кормушечка. Там, кстати, еще такая с крышей кормушка есть подальше. Лепота. Уже закат. Надо быстрее домой гнать. Это не успею. Там тут в темноте. Не выбраться еще будет. Хорошо, что взял с собой перекусить. Так и думал, что на велосипеде, когда ездишь, силы выматываются. Еще сюда ехал на ветер. Ветер сильный был. Когда перекусишь, уже это, повеселее как-то. Ну ничего. Должен до темна выехать, в принципе, на дорогу. Где это урочище? Е-мое. Завтра опять поеду искать. С одной стороны, хорошо, что туда дороги нет. Меньше народа там, значит, бывало. Ну, может, где-нибудь с другой стороны где-нибудь дорога, может. А я, может, по другой, которая кончается. Завтра посмотрим, еще поищу. Завтра уже с утра пойду. А сегодня что? В 6 часов нашел старые карты. Ну, определил, где было точно урочище. И вот по этим старым картам пошел. Решил быстренько съездить, проверить. Значит, быстренько не получилось. Ну все, выехал на асфальтированную дорогу практически. Сейчас по ней еще 15 километров. До города и дома. Сова сидит. Здрасте. Привет. Здорово. Все, вышел на охоту. Улетел, на дерево сел. Пристаю, тут ездят всякие. Виднеется цивилизация уже.
Ну все, сейчас через речку перейду и уже почти что дома. Да, что-то запозднился. Там уже город. Ладно, всем спокойной ночи. Надо бы нам на рыбалку как-нибудь еще выбраться. Уже лед тает, почти что весь растаял. Может, уже и клюет. Всем привет. Приехали сегодня на новое место покопать. Не знаю, скорее всего, выбито место. Не сильно далеко, километров 15 от города. Но проверить надо. Взял новый металлоискатель. Заодно опробуем уже получше. И посмотрим, какие находочки сегодня будут у нас. Здесь раньше была деревня, старое урочище. Там еще на карте обозначается, что это изба даже недавно стояла. Ну, наверное, уже нет. Проверим. Взял вот такой вот приборчик с рук. Недорого, но в магазине он 22 тысячи стоит. Так, и по характеристикам все нормально. В принципе, пойдет. Лучше, чем тот у меня -то там поверхностный металл только находил. Ну и так что-то сверху лежит. Этот как бы уже более посерьезный. Посерьезней. Думаю, все равно что-нибудь накопаем. Хотя бы металлолома на бензин. Посмотрим. Этот там металлоискатель такой простенький, совсем я не помню, что за копейки брал. Ну, в принципе, поверхностный металл можно искать вполне. Даже вот серьгу серебряную находил сверху. Вот, плохо то, что в глубине ничего не найти. Лопатка там еще едет. Ну, пойдемте, поищем. Ну вот, первая находочка. Прям не отходи от кассы. Сначала есть болтичек. На хорошей глубине, в принципе, находит. Ладно, буду показывать то, что нашел. Сегодня без оператора. Не очень удобно. Да. Первая находочка с глубины сантиметров 40. Тот металлоискатель никогда не находил на такой глубине. Значит, не зря купил.
такой вот. Это вот рулевой рейки, что-то какая-то запчасть, что ли. Ну вот, найдена конина. Это значит, что направление верное выбрал. Была здесь, значит, деревня все-таки. Где-то. Сейчас пройдем дальше. Попьем чаечек и продолжим. На улице сегодня прохладно. Минус 10 было. Снег вот выпал недавно на днях. Только все растаяло. Сейчас похожу на этой полянке. Может, здесь что-то есть. Сама деревня еще не нашел, где стоит. Стояла. Может, уже и не найти это. Может, поле распахали. Непонятно будет. Будем проверять. Нашел батарейку телефона. Самого телефона не нашел что-то. Эх, что-то с находками глуховато. Металла надо. Крупного габаритного. Но что-то нифига. Не знаю, сейчас дальше пройду, еще посмотрю. Такие плоскогубцы нашел. Прям почти работают еще. Так вот иду по полю, по краешку. Вот так вот, не густо с этого места. Сейчас поеду подальше, немножко еще проеду, посмотрю, как там будут находки. Но все равно вперед. Из интересного только плоскогубцы. Немного перекусим и здесь еще по лесочку похожу. Такая печень с собой, с хлебом, паштет. Что-то сегодня с находками не особо. Ну, не всегда. Не всегда густо же было. Что поделать? Мне особо-то не надо вот эти там монетки. Золото, серебро. Так, металлолома хоть. Габаритненького бы желательно.
нормально. Я не гонюсь за монетами. Мне особо монеты не интересно искать. Надо сейчас. С каждым годом все труднее и труднее искать места для металлокопа. У каждого десятого или у каждого пятого, наверное, металлоискатель уже. Все уже обхожено 10 раз. Не знаю даже. В голову не приходит, куда еще нога человека там не сувалась. Ну, есть на примете места. Потом съездим еще. Мне кажется, там нету. Не было еще людей. Нашел целую бухту проволоки железной. Там гнила сильно, капец, конечно. Примут ее или нет. Ну и то ее. Приемки-то. Я пробу достану. Не, совсем ушедшая. В руках рассыпается аж почти что. Такую за копейки только примут. Смысла нет ее откапывать. Но годами ранее бы нормально бы улов был бы. Бухта целая. Как грамм 50, наверное. Ладно, еще покопаем. Нашел трос. Глазами нашел. А, так, еще посмотреть глазами в кустах. Металлоискателем не ползаю. А он здесь лежит. Вроде как принимаю же их. Сейчас, если достану, заберу. Смотрим, какой он длины. Вот такой вот трос выпал толщиной толще моего пальца большого. Килограмм 10 весит. Отлично. Еще бы таких. Всем привет. Доброе утро. Выбрались на коп. Покажу уже находочки нашел какие. Вот тут покопал немного. Старый дом, видимо, стоял. Ну, уже тоже все выбрано. Такие вот детальки. Самые крупные. Донецкий химический завод, еще украинский. Хопас. Сейчас дальше поедем. Деталюга. Ну, очень тоже хорошо выбита эта деревня. Так, попадается металлолом немного. Так, потом там покажу еще в той кучке, что. Ключик вот тут еще из доброго попался. Так, собираю все. Тут вот болотинки покупаю. Вроде тут меньше копано. Да, опоздал я лет так на 20, когда там 10 лет назад с металлоискателя пошли-то. Столько добра, наверное, было. Это да. Вот, буду показывать, что-то найду нормально.
пойдет. Земля здесь хорошая, песочная. Спать бы земляночку, сама та, в таком райончике. Тихо, спокойно, еще земля хорошая. На заметочку. Хожу, брожу, что-то ничего хорошего нету. Да, хороший вечер, домой. Такой вот попался ножичек. Старинный. О, какая деталюга. Весомая, наконец, попалась что-то. Ну, уже ничего, кучка там. У нас собралась уже полмешка, наверное. Копается потихоньку. Дорога старая. По ней иду. Наконец-то пошли траки пачками. Ерунда всякая. Это вон тиски, эти зубы выдирать, которые называют, как они называются, такие находочки. Большие сегодня находил, сейчас и маленькие нашел. Нормально. Вот такой вот улов сегодня. Под конец габаритненький металл попался. И тут еще полмешка. Килограмм 20-30, наверное, не больше. Здесь килограмм 20. Полтюшок. Нормально. Еще походить где? Все дальше деревня. Туда надо сходить будет.
разобьем. Ничего не обозначает. Ну, интересно. Так, приехали в новое место. За 30 километров от города тут. Сейчас попробуем поискать здесь, что есть. Но сдавал я уже с тех поездок на 3000 рублей. Будем копить на мопед. И выбрал место, где землянку будем строить. И туда на машине особо не добраться. Нам нужен мопед. Поэтому будем собирать металл, сдавать. И на мопедик копить. А потом начнем уже землянку строить. Может, и уже так начнем. И по ходу дела будем металл еще собирать. Здесь вот так построил по GPS картам. Как будто бы что-то было раньше. Захотели проверить. Здесь бежит речка небольшая. Ладно, будем показывать находки. Вот тут вот возле деревца таятся железные штыри такие, полностью цельные. Вон два еще откопал, тоже там же. 4 штуки, прикинь. Еще есть. Еще один. Ха, нормально. По килограмму, наверное, каждый. Не больше. Еще есть. Мы думали, это яма выкопана. Выбито уже место. Но это нет, походу. Нормально, сначала. Возле деревьев, посмотри. Оба. Нормальная такая цельная плюшка. Килограмма на 2. 3 сразу. Вот место-то хорошее нашел под землянку. Добираться вот только не очень удобно. Хочется вот купить мопед, стоит 30 тысяч, ну, так, бэушная, в среднем можно за 30-ку взять. Вот, думаю, надо металлоломом, за сколько, интересно, накоплю. Хотелось бы купить, добираться намного проще, чем на машине. А к зиме хотелось бы накопить на мотособаку. И вообще шикарно будет. Место там отличное. Земля хорошая для копки. Тихо, спокойно. И места, в принципе, красивые там. Ладно, посмотрим. Будем строить потихоньку и начинается там. Thank you.
Такие вот дела. 3000. Так что у нас уже есть на мопед. В принципе, если хорошие места будут попадаться, то быстро наберем. И будем уже копать земляночку и начинать. Ну и игры я, может, раньше начну копать. Посмотрим, короче. Обожаю этот звук. Скрежет по металлу. Ну, место оказалось не выбито. Ну, или если выбито, то не сильно на металл. Это радует. Можно сегодня пособирать тут. Ладно, выкопаю сейчас, я сейчас покажу. Хотел через ручеек перейти по досочке. Две досочки. Походу железный лист. Глянем тебе. А, на доске какой-то лист железный, что ли. Глянем. Это колпа, я покажу. На себе сантиметр толщиной. Опа. Нихера себе, обалдеть. Обалдеть, друзья. Такого я не ждал найти. Вот тебе доска. На доске лежит. Оба. Не знаю, сантиметр точно есть. Толщина. Охренеть. Это да. Не знаю, по весу килограмм 20-30. Я думал, нафига болгарку с собой брать. Ну, это электроболгарка. Она аккумуляторная. Не пригодится точно. Оказывается, не зря взял, распилю потом. Охренеть. Все, сегодняшний день точно удался. Уже полтишок точно есть. Класс. На рыбу охотится. Острога вроде называется. Как она там? Вот, брательник нашел тут такую штучку. 4 косы, почти новые. Так что пишите. Вот, даже с колечками там, да? Фига себе. Тщательно ищешь. Это четко. Какой-то крем. Омолаживающий. Что-то написано. Стекло. Что-то стекло написано. Мне. Ну, пишите в комментариях, что это за крем. Не открывается? Не пробовал. Он как-то странно, да, крем? Тут стеклянная крышечка. Что-то там какой-то червяк, как будто там какой-то. Не, на свечку. О, он тырит, там свечка. Прикинь, это фара какая-нибудь старинная. Ну или фиг знает. Ладно, короче, напишите в комментариях. Там внутри вроде свечка, как фитилеванная свечка. Может, все прочитаем потом. Нормально. Вот такая вот маленькая подковка. От пони, что ли?
какая-то маленькая лошадка. Нашел монету. Конечно, мы их не искали. Железо искали. Это посреди леса. 5 копеек. 1950 год. СССР. Ну, он все равно пойдет. Ломик, наверное. А, трос. Нормально, трос там идет. Новый еще. Аккуратно, металлоскатель. Аккуратно, он прям сзади. Фига. Крючком что-ли кинь. С трактором, походу. А, еще один? Это он же. Говорим, что здесь трактор не будет ценить. Могут быть и тракторные запчасти. Просто нулевый, кстати. Ничего себе ленющий. Ну вот бухточка свернута. Так, на глаз килограмм 20-30 есть. Нормально. Мы же уходить хотели тут. В лесу думали, ничего нету тракторного. А ну вот, видишь, какая-то дорога тут тракторная проходит, походу. Туда куда-то. Хорошо. Рай-рай, негр. Крючик. Крючащик. Нормально. Скромненький у нас ужин. Время вечера уже. Сегодня еще не обедали даже. Надо было мусорить, да? Чтобы не мусорить. Природ не затихнет. Это что, он перегорит? Где там комар?
Да ладно, комар. Сейчас, наверное, заберем металл и поедем в город, надо пить и в городе быть. Сыр в машине расплавился. Плавленый сыр получился. Ну вот так вот. Не знаю. Ну, может, соточка-то есть. Листы там. Грызанули немного. Нормально. За порода маленький. Тут налеем это попить что-нибудь. А нафига вам столько? Там маленький, тут маленький. Катюшечка. Ну, у родителей маленькая. Вот кошечка. Еще одна. С руку размером. Ты мне наливаешь? Водка наливаешь. Он дрищится. Он уже кошек гоняет. Все. Погнали. Так, дежурь, скоро. Ногой стрелку. И все, что лепился? Нас не особо видать хочет. Второго покажу. Это тоже большой. Я тут у меня на башмачки уже кушал, да? Я шила. Кыш-кыш-кыш. Брось. А мне башмаки одеть. У родителей это собака. Развелось что-то. Все в собаках. Там большой. На время им дали. Тут еще одна маленькая. Отстань. На, шило. Ты сам как закрашь? Да? Все, погнали. Куда-то яйца потащил. Надо съесть. А ее не будешь закрашивать? Все, погнали. Ну тут такая дорога, трясти не получается. Машину поставил, вот так вот сдал сегодня улов, 500-ку брату отдам за компанию, все равно хоть немного набрал, но
работал весь день со мной тоже. Так что вот, на мопед откладываем. Итого 4200 у нас есть уже, нормально. Так, ну все, хорошо, погнал до дома.